Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Это натуры глубокие, интроспективные, любящие мудрость и знания. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Люди, управляемые числом 7 в нумерологии, обычно не ставят стяжательство и богатство целью своей жизни. Их вообще не очень волнует материальное благосостояние. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.